Пресс-секретарь партии «Родина» Сос Акопян во время стартовавшего с площади Свободы в Ереване протестного шествия заявил, что нынешние армянские власти говорили, что в Армении и Арцахе человек должен жить хорошо, должен жить безопасно, должен иметь возможность планировать свою жизнь и жизнь своей семьи, но не сдержали обещания. Придает Азия Ас. Только за последний год из Армении уехали 72 тысячи наших соотечественников. Долг Армении, то есть долг армянского народа, вдвое увеличился. Не повысились ни зарплаты, ни пенсии, ничего. Армянин живет гораздо хуже, в гораздо более опасных условиях. Жители приграничных районов каждый день несут людские потери, живут под прямым прицелом врага, посетовал Сос Акопян. Единственный выход – подняться на ноги и бороться. Участники шествия начали вместе скандировать: «Армения, проснись! Карабах, проснись! Армянский народ, поднимись на борьбу! В этот раз мы пойдем до конца на решительную борьбу. Смена власти произойдет за короткое время. Наша борьба будет недолгой, с победным концом. У нас будет независимая, развивающаяся Армения, безопасный, сильный и суверенный Карабах. Мы будем жить в Армении без турка», – уверен Сос Акопян. Думается, что в одном Сос прав. После свержения реваншистами Пашиняна их борьба за суверенный Карабах в кавычках действительно будет недолгой. Уже неоднократно продемонстрировавшие свою мощь азербайджанские вооруженные силы убедительно разъяснят Акопяну и компании, что конфликт решен, и пресекут все попытки нежелающих смиряться с реальностью армянских горе-патриотов возобновить войну. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!